Так, всем привет! Таким шепотом заговорческим с вами общаюсь. Извините за освещение, потому что сейчас ночь. Ну как ночь? 4 утра сейчас, но еще темно за окном. И, в общем, я не хочу зажигать полностью весь свет. Пусть будет так, пусть будет немножко такая желтоватая картинка. Ну, как бы аура вечера. Че, короче, не сплю сегодня. У мужа день рождения будет. И вот что-то мне не спится. Но я вообще сейчас часто живу по ночам, потому что ночью хоть какая-то типа прохлада есть. Вот я вышла из душа, подмочила маленько волосы, ничего. В ночную сижу тут в своей комнате, муж спит уже. Смотрите, что я прикупила. Вот такие вот шарики. Наверное, будет в зеркальном отражении. Все это, короче, 3, а вот это 9. Да, догадайтесь, что это значит. Вот, из прошлого года у меня осталась еще вот такая гирлянда. Вот, с днем рождения, так сказать, с днем рождения. Вот это мне понравилось, знаете, такой добротный картон. Стоила она, по-моему, какие-то сущие копейки. И вот каждый год она, наверное, будет вот как новенькая. Не знаю, вот сейчас из-за света она кажется бледненькой какой-то, она яркая, сочная, яркий такой сочный плотный картон, экологичная гирлянда, потому что ее можно каждый год использовать, и она не надоедает. Не надоедает. Я вот даже готова поспорить, что муж не помнит, что она есть вообще. Скажет, боже мой, когда ты успела купить. Так, шарики по 500. По 500... Ну, это там 30 с небольшим рублей, короче, где-то 32 рубля 50 копеек. Примерно так на наши деньги. В общем, так. Ну да, 2 за 65. Если курс сейчас 65 рублей за 1000 вон, тогда 2 шарика обошлись в 65 рублей. Сейчас будем надувать. Еще хотела похвастаться. Я купила вот такой вот скатерть потрясающую. Я думала, китайская, нет, написано Индия. Вы посмотрите, какая она классная. Такая плотная, такая добротная. Мне ее даже жалко теперь, знаете. Мужчины, они есть мужчины. Они все что угодно зачуханят, вы же понимаете? Ну, я думаю, девочки меня понимают, да? Особенно вот если испачкается это в кимчи, то потом, конечно, уже особо ничем не выведешь. Кстати, если кто-то знает, чем вывести пятна от красного перца, то расскажите. Знаете, уже заранее буду готовиться. Написано, что в Индии сделано. Сделано в Индии. Классное, очень стильное, очень добротное. Правда, у нас стол круглый на улице стоит. Дома у нас вообще нету стола, мы за таким журнальным столиком едим. Вообще толстючая такая. Не было проблем, если бы ее можно, знаете, было бы закинуть в стиральную машинку и все. И она бы там поколотилась, выстиралась, вообще бы бед не знала. Но тут написано, что, короче, ручная стирка 30 градусов. Бережная, короче, стирка. Все понятно. Давайте посмотрим, что это за шарики. Извините еще раз за плохое освещение. Я все понимаю, конечно. Ну, как-то хотелось с вами посидеть. А, еще хотела показать подарок. Какой я подарок купила? Сейчас посмотрим этот шарик. Ну, шарики, это, конечно, не экологично. Я как-то раз покупала. Некоторые говорят, можно спустить, использовать повторно, типа второй раз. Ну, знаете, я спускала. И как-то они еще пока висят. Знаете, все поизотрутся. Вот эта вот вся блестюшка какая-то затертая уже. Затертая просто. Уже, ну второй раз никак. Так, а что это за прикол такой? А я чуть не поняла. Тут, смотрите, тут два их, внутри два. Это что такое? Короче, тут по два в каждом. А, господи, тетя разучилась читать. Написано 2 кеип. Блин, вот это да, вот это да. А, ну, тут нормально, два. Какая-то она не очень выразительная, эта тройка. Такая, знаете, как нагрудничек. Мои золотые доспехи. Люба сходит с ума.
золотые доспехи домохозяйки. Так, сейчас попробуем. Я до этого смотрела, значит, видео, как это все надо надувать. Я не понимаю, где этот клапан. Так, подождите, господи, я же забыла, надо продезинфицировать вот эту тут в комплекте вот такая трубочка, через которую надувать. Так, что вам рассказать интересного? У меня хорошая новость. Мы оформили страховку на здоровье. Так что теперь можно заниматься здоровьем. Еще санитайзеры вот на салфеточку. И так вот протрем это все. У меня не то чтобы бессонница, но просто сейчас организм в силу того, что вот такая погода, переключился на более благоприятный температурный режим. А он наступает, этот температурный режим благоприятный, только ночью. Поэтому я ночью вот стараюсь делать всякие дела. У меня сейчас там, я говорила или нет, у меня стирка там сейчас заканчивается, да. Поэтому холодильник я прибрала, все там какие-то объедки, остатки собрала, выбросила. Выбросила отходы пищевые, вышла. Тут отдельно собираются пищевые отходы, отдельно там картон, пластик, вот это все отдельно. Выбросила пищевые отходы, помыла холодильник. Сегодня уже купили то, что на стол собирать. Слава богу, муж сам как бы заказал. О, я, кажется, нашла это отверстие, главное ничего не повредить. Муж сам, в общем, запросил меню, и я полностью довольна. Потом все покажу, что будем готовить. Главное, чтобы ему нравилось, как говорится, и мне не заморачиваться, не думать, что там ему приготовить, что он будет есть, что не будет есть. Похоже на золотые рога, теперь не доспехи, теперь это золотые рога. Теперь так вот это и будет все. Так, ладно, перестаю дурачиться, пойдемте посмотрим, какой подарочек я подготовила. Так, теперь пойдем посмотрим подарок. Муж спит в другом конце дома, поэтому я думаю, не разбудим. На кухню сейчас потихонькому. Привет, малыш. Привет, малыш. Ждет под дверью, не стучится. Он обычно, когда в душ хочет ко мне попасть, стучится, а тут лежит, стесняется под дверью. Ой, господи, тяжелая, не грохнуть бы. Так, смотрите, это вот такая плита. Она независима не от электричества. Ее не надо подключать к газу. Сюда вставляется газовый баллончик. В общем, можно на природе готовить что-нибудь на ней. Муж давно такую хотел, еще в прошлом году говорил. Вот купим, куплю, и так не покупал. Но вот я решилась и сама купила, что ждать. Вот. И вот такой вот гриль сковороду. Она как раз по размеру идеально подходит к этой плите. Мы прям в магазине примеряли, потому что мы вместе выбирали. Муж любит покушать, у него два увлечения. Это рыбалка. И поесть. Но что-то на рыбалке я его пока еще ни разу не видела. И как-то он туда не очень рвется на эту рыбалку. А вот к еде он рвется постоянно. Вот, естественно, куплено уже мяско. И он будет жарить мяско вот завтра на вот этой плите. Да. Да, малыш? Стирка закончена наша. Будем вытаскивать. Вытаскивать и перекладывать вещи. Это мужа богатство все. Я загружала сегодня вечером. Мое вчера все постиралось. Я, наверное, знаете, буду снова переходить на сушку на свежем воздухе. Не нравится мне белье из сушильной машины. Нет в нем какой-то, знаете, той свежести, которую дает улица. Ну, конечно, если на улице выхлопами пахнет, тогда да.
тогда лучше в сушильной машине. А сейчас погода жаркая, белье сохнет еще. Ну ура, почему бы не сушить на улице? Я буду на улице сушить свое, по крайней мере. Основной режим нет. Наверное, выберу режим полотенца. Пожарче оно будет. Пожарче. Ой, везде кошачья шерсть развешена. Ариха очень любит на стиральной машинке спать. Смотрите. Это из моих шортиков. Ой, Арине надо дверь открыть. Что ты, моя радость, ты проснулась? Ты проснулась? Ты предательница маленькая. Ариха маленькая предательница. Она сейчас типа с папой дружит, папу больше любит. С ним спала в спальне. А мой вот он, сынульчик. Сынульчик, красотульчик на мамкиной кроватке. Не, вообще мы спим вместе, но это типа тут кровать. Она, если вы помните из нашей прошлой квартиры, чтобы ее не выбрасывать, мы ее решили в моей комнате поставить. Вот я иногда тут валяюсь днем в основном. А по ночам я, конечно, с мужем сплю. Я и так по нему скучаю, вот целый день дома нет. 6 дней в неделю работа. Так, не начинайте. Так, вот что у нас получилось. Цифра 9 какая-то, знаете, кривоватая. Не пойму, что с ней. И так, и сяк ее крутила, лепила. И никак. Ну, вот как-то так. Тут можно немножко подровнять. Ну да, вот так вот теперь ровнее. Посмотрим завтра. При свете дня, как это будет все выглядеть. То-то-то-то-то-то. Я уже все закончила. Лежу. Спать совсем не хочется. Сейчас немного позже пойду поливать свои цветочки. Пока еще ничего не зацвело, но растет хорошо. Поздно я их посадила, но потому что я поздно прилетела сюда. Ладно, всех люблю, целую и пока-пока. Встретимся за праздничным столом.